Девочки, дорогие, всем здрасте еще раз. Утром дома с квартиры снимала видео, потому что наревелась с этих сообщений, девочки. Сегодня день слез, так что 1 апреля отменяется день смеха. Начались слезы с утра. Вот. Ой, ладно. С Олей вдвоем пришли. Оля себе идет. Я спросила, а ты где? Она подходит уже. Так мы с ней встретились. Я говорю, стой, меня там жди вместе. Волки, девочки, настроения нет. Оля мне пишет на Вайбер. Волка сегодня не будет, Вовки. Он сказал, будет убирать и стирать. Я Оле пишу. А что это он в твой выходной один и подстирушки, уберушки надумал делать? А я ж, девочки, сразу знаю, что это все брехня. Это ж такая все брехня. Мне аж хрен обдуришь меня. Чтоб он поменял нашу компанию, принятый к нам сейчас, после таких каникул долгих. И то не успеешь ему сказать. И можно я, Оля говорит, можно и я с вами? Оля, конечно. Я только хотела сказать, чтоб пошли. А то он вчера. А я ж думаю, когда он ей сказал? А они вчера домой, когда ехали в маршрутке. Он уже знал, девочки, что сегодня он будет бухать. Он ей сказал, завтра, я, говорит, я не приду, сами идите. Мне, а Оля говорит, что ты не придешь? Ну, мне надо постирать и поубирать дома, девочки. Девочки, кому ты чешешь? Жалко, что у него нет такого телефона. Я бы ему дала, так он же его просыт за один час, чтобы он тоже видел. Я бы ему и оплачивала, чтобы он YouTube видел, чтобы он как белый человек был. А не с вот этим Nokia, девочки, кругленькие вот эти, и спичкой нажимает. Оля мне это написала. А я вот так, девочки, знаете, хрен обдуришь, мне слова не надо даже говорить. Мне если молчат, и то я уже знаю, чего молчат. На какую тему молчание. Минута молчания наступила. Я взяла, набираю его. До конца звонок был, не взял трубку. Второй раз набрала, уже почти до конца, когда взял. Алло. Недостаточно алло. И я говорю, что ты там? Вот так вот. И качаюсь, вот так сижу. Пауза. Ничего. Я не могу так даже разговаривать. Ну, как пьяный человек, когда сильно пьяный говорит. И я говорю, а ну давай. И все, взяла, сбросила. И сразу Оле звоню. Я говорю, ну звони ему. Она-то, ты что? Я говорю, да. Она, ну, значит, еще вчера знал, что сегодня ему есть за что бухать. И что бухать? Что он так сказал в маршрутке, что все. Так ему же это хорошее состояние. Дев, нахрен мы ему тут надо? Даже если я возьму бутылку, да? Ему оно надо? Ему это не надо, вот это, знаете, разговление. Разговление. Ему же надо, чтобы до сырачки, вы поняли? Слышу, телевизор орет. Все, это его девочки, это его атмосфера, это его образ, это он тогда. Нафиг ему надо, он так сколько, неделю потерпел. Фух. Кошмар, девочки. Ужас, аж не верится вот это. Потом хочется видеть, девочки, хочется видеть, хочется слышать. Ой, девчатка, ладно, мои родные, мои вы золотые, держитесь, крепитесь, кому плохо в семье. Это брат, это до сраки, поняли? Обидно, когда дети такие. А этот все, послал нафиг-то и все, да? На месяца или как захочется. Детей никуда не пошлешь, никаких. Вот сколько я начиталась, наплакала сегодня, судеб, девочки. Ой, Господи. Вот так иногда думаешь, да, девочки, вернуть бы жизнь. Как бы ты ее... Буду плакать. Как бы ты ее начал жить, и мне кажется, так бы и начали. А чтоб нам вот сказали... И чтобы мы не имели то, что мы имеем, девочки.
Конечно, нет. Мы бы сказали, все, хай так и будет, не надо ничего менять. Вот там девочка одна, что муж рано умер, 36 лет, и осталась с ребенком и с мамой, побоялась заново судьбу свою устраивать, чтобы не обидели, не обидеть маму и ребенка. И что дальше? Вам сейчас 56 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Жизнь прошла. Вы сильно нужны им? Они памятник вам поставят? У вас здоровья нет, вы написали. Так если бы ничего не начинать новую, да, жизнь, судьбу какую-то замуж новый, да хоть бы здоровая была сейчас и счастливая. А так ни здоровья и ни счастья не было. Ждала, чтобы ребенок вырос, мама теперь. Дай Бог всем мамам хай живут по 200 лет. А в самой не было жизни. Ой, девчата. Девочки, на улице лето. Абрикоса зацвела. Я вам позже сниму. Вон, я сейчас зашла, Оля, говорю, глянь, абрикоса зацвела. Девочки, цвела и в прошлом же году. Белая вся стояла. Потом раз пришла, она вся коричневая. И вы многие писали, в ваших регионах тоже абрикосы, падеж какой-то. И вот сейчас белая, девочки. Вот так ветки уже белые стоят, облеплено. Она ж такая колеровка, такая абрикоса хорошая, девочки, вкусная. Она, знаете, какая желтая с красным бочком, такой, как в точечку. Она медовая, косточка отходит, пахнет, девочки. Она, я не знаю, какая. Боже, помоги, чтобы абрикоса была. Абрикос же не покушаем, как вот эта синтетика импортная какая-то, что она не портится, как и клубника, и не гниет, и ничего. Девочки, спасибо вам за все, низкий поклон. Надо худеть, чтобы я хоть руками, ладошками должна достать до пола, поклонюсь вам, сниму. Но надо худеть. Сегодня салат взяла вот этот листовой. Паску заполирую. Психанула, что паску съела, девочки, маленькую вот эту, за ночь. Так я зашла в АТБ и салата купила. Думаю, я худею, все. Сейчас картошки в мундирах наварю. И сало, он и салат. Как же похудеть? Чего в парк ходить на вот эти тренажеры? Так я туда не дойду. Если в трамвае ходить, мне надо до тренажеров подъезжать, девочки. А это три трамвайные остановки. Возле себя я села, больница, медучилище, парк Богдана. Три остановки, вы шо? Самокат брать, так я на нем упаду. Самокаты прямо возле меня стоят, вот эти чиповские. Ну вот это, тыр-тыр-тыр-тыр. Так а где я на нем поеду? И как? Чтоб ляпнуться? Ой. Кругом надо, у нас кругом тренажеры стоят, кругом надо идти хорошо туда, до этих. Так нахрен тогда уже и крутить эти педали там кругом, когда прогулялся и вернулся. У меня кусочек паски остался, девочки. Сын съел две скибочки, тоже психует, поправился, говорит, все, я ничего не ем, все. Ну, пасочки попробовал. Так я иду с магазина, когда сидит Нина, соседка. Девочка, я вам рассказывала, у нее колено. Ой, она за зиму, она идет с собакой со своей манькой. Вот. Ей 77 лет. Вот. Она идет, и я же иду. Она мне показывает, идем на лавочку на 5 минут. Я говорю, ну, идем. Махаю ей, идем. И мы с ней вот стыковались на площадочке, где у нас лавочки там, палисадничке. Вот. И вот поседали мы с ней. Ну, она идет же, я иду. А я ей навстречу, она идет, и я уже ее жду, чтобы она подходила. Ну, и сижу, я уже села, она же идет ко мне, подходит. Я говорю, у тебя за зиму колено вообще, девочки, вот так вывернула ногу. Представляете, правую. Я говорю, кошмар, я говорю, у тебя не было с осени такой ноги. Я говорю, у тебя еще хуже нога стала. Чеберечь ее надо. Она же, девочки, какой у нее? Второй этаж, да, вот это с Манькой, три раза в день гуляет, ковыляет вот это, лазит с ней. Ну, вышла, сядь на лавочку, сиди, она с ней вокруг дома пойдет. Ну, что ты с этой ногой ходишь? Там переломается скоро, девочки. Ужас, какое кривое. Это вообще я еще такого даже кривого. Та нога ровная, правая, ужас, девочки. Вот так ушла в сторону, вот так на 3 километра.
И все, мы тоже с ней сидим. Я ей говорю, вчера, ну, я вчера рассказываю за Пасху. А у нее девочки этой, ну, они купили так квартиру, не было печки с духовкой, только панель вот эта сверху и шкафчик в середине. А она без духовки. Вот. И, ну, а я же ей это самое говорю, я вчера проэкспериментировала Пасхи. Я говорю, Нина, ну, я говорю, вчера же еще и так и надо было, католическая Пасха, да? Вот я в день Пасхи испекла. Девочки, какие Пасхи вкусные. Ну, я вам уже рассказывала. Вот. Дальше. И, ну, она вот тоже спросила, что сын ей предлагает. У нее сыну 60 лет, 59 лет. Предлагает купить такую же духовку электрическую. Ну, как ты, как она говорит, как тебе нравится? Я говорю, Нина, очень нравится. Я говорю, у меня же тоже там она. Потому что это плохо работает. И Пасхи я вот это хотела, думаю, где печь? Дома неохота, а тут хочется. Я говорю, я вчера специально проэкспериментировала, спекла 6 пасочек. Вот. Ну и все. Я ей оставила кулек, что сюда купила, а кулек, что сыну купила. Ну, я говорю, все, я понесла Мише кулек. Я говорю, а я говорю, сиди, жди. И я ей взяла Пасху, вынесла ту, что осталось. Две скибочки вот так я отрезала только сыну. А вот. Ее тоже принесла, и я говорю, на. Я говорю, я если на ночь себе оставлю, я говорю, я так хочу похудеть, аж плачу. Вот, она смеется. Вот это самое, благодарила. Она такая, что ты уже напекла Пасхи на Пасху? Я говорю, да, прикинь. Еще я говорю, на Новый год пекла, чтобы уже быть готовой к Пасхе. Я говорю, вчера вот уже сказала ей. Вот. Ну и все, отдала ей пасочку. Она там такая благодарная была. Вот. Ну и все, девочки. Сейчас покажу, что я купила. Я расстроена вот этой за Вовки. Расстроена из-за ваших комментариев. Господи, девочки. А интересно, девчата, больше хорошо живут вот с семьями? Вот Оля сейчас говорит, мне кажется, что больше все равно хорошо у людей, чем плохо. А я думаю, что нет. А я что-то думаю, что нет. Нету 100%, чтобы было хорошо. Чтобы с детьми, я имею в виду. Нет. Да вот и с роднёй тоже. И с роднёй тоже. Мне кажется, что нет. Или то, или... Не бывает. Редкость бывает. Редкость. Ой, как это все тяжело, когда дети вот так долбают. Ну, что делать? Ладно, девчата. Всем здоровья. А что это? А, думаю, что это? Масло там было. А, тоже я вчера формочки мазала. Думаю, что это такое? Что это такое за фокус-покус? Девочки, взяла печеночки. А я не знаю, что я буду с ней делать. Просто кинула акцию в БТБ. Девочки, диета, видели? Я на диете. Постное масло. 100 жар, девочки, 60 было в АТБ, сейчас 40. 20 гривен. А сколько ж грамм? Где тут? Миллиграммы. А где тут? Такими ж буквами где-то зарывают. 782 грамма. Боже мой. Прям как золото, как в ломбарде взвесили. Даже 2 грамма. Малышочек, что ты там лёг, бедненький? Сиротинушка. Ой, девочка, у меня кипит вода. Кипит вода. Бежит ручей, течет ручей. И ты ничья, и я ничей. Девочки, салатик. Вы видите, я на диете. Все засекли. А это туда будет. Я не ем Пасхи больше. Я их отдала. Девочки, выбрала специально меленькой картошечки. Вот этой. Голландия, чем Египет, Чечня. В мундирах сейчас сварю. Я хочу в мундирах картошки, салат. Ну, может, кусочек сала съем. Кусочек. Ничего больше не хочу. Девочки, это я в субботу брала. В субботу я ездила. Ребро. Сыну старшему он не захотел. Вот я его принесла. В холодильнике полежала. Сколько? Один день? Позавчера я была. Принесла, потому что оно мне не надо. Зачем оно мне, думаю, надо? Девочки, сегодня жира была. Моя вот эта, что я у нее мяско покупаю. Взяла у нее пучочек, говорю. Бутылочку пахучего масла. Сейчас понюхаю. Пахнет, девочки, духаться можно. У меня там чуть-чуть осталось. Я не хочу много набирать. Лучше свежего взять, правда, чем оно будет вот это стареть. Взяла пол-литра. И девочки взяла у нее, вот, смотрите, сколько. Наверное, грамм 700 ребрышка. Все. Больше ничего. А, там оставила в коридорчике. Полкило творога взяла. И стаканчик пластиковый, сметаны.
Хай Оля будет. Она любит такое. У меня есть жога, а ей хай будет. Вот то я там сразу и оставила. Встал в комнату, там прохладненько. Это ей. О, тоже. Господи, девочки, не хочу ничего говорить. Тоже. Житуха, будь здоров. Чего я кушать и готовлю, помогаю. Не дай бог сказать, на меня обидится навсегда. Сами догадались, что умный. О, кульки хорошие, гляньте. Сейчас вот это хочу ребро проварить, девочки. Я же на диете. Нет, сырое нельзя кушать, я говорю. Только вареные ребра можно, копченые, сырые нельзя. Ой. Мы сейчас соли их съедим и никому не дадим. А то все. Я-то кушаю, а Оля если кушает. Вижу, что, знаете, не хочет кушать. Бо домой надо нести. Едокам. А мне... Я ем всегда. Девочки, гляньте. Эх, гляньте. Бачили? Кидаю. Кастрюля закипела. А сейчас, девочки, с полчасика прокипят, пока картошка в мундирах, и оно будет. Правильно? Сейчас присолю, только невкусно, когда солененькая водичка. Все на диету, девчата. Переходим на копченые ребра. Ой, я смеюсь, а девочки, а сама смех сквозь слезы. Я пошла руки помою, попротивно мне. Оля там в коридорчике пошла послаживать. Вот. В хате, девочки, в хате, если убирать, там надо поднатужиться хорошо. Там убирать такого нету. Там надо просто два ведра воды с порошком, перемыть всю пылюку, окно вытянуть какое-нибудь, чтобы сквознячок был. И все, попылесосить. И у прихожей, девочки, ковры. Ковер, не ковры, а ковер снять. Там линолеум, чтобы протирать пальчики, пошел. В комнатах не надо. А в коридоре можно там. Не в прихожей, где мы сидим. Чи в коридорчике, а там же прихожая. Вы поняли, где это. Так, девчулечки. Сейчас, родные мои, это выкинуть. Этот поставлю. И картошечку в мундирах, правильно? Сейчас вам покажу, какую я купила. Сейчас возьму кастрюльку для мундиров. Сейчас, родные. Это все упадет. Не упадет. О! Специально, девочки, выбрала по 34. А ну. Не, 39. 90. 39,90. Картопля. Картопля импортная. Чья не написано. Девочки, огурцы такие дорогие. Которые там темненькие в арусе. Ну, неплохие на вид. И твердые. 199,90. 200 гривен, прикиньте. А что не будет дешево? Это что, с огорода огурцы? Девочки, я такую выбрала. Миленькую, видите? Вся крупная. Уже перебрала там пол ящика. Думаю, я в мундирах поставлю. Я люблю в мундирах очень картошку. Вот так вот с цибулей, с салом. То, что надо. Лучше, чем даже вот эту всю. Никуся, я тебя слушаю. Кушайте. Корм понасыпала, девочки. Он в коробочке. Кушай корм. Что ты смотришь? Пожалуйста, покушай корма.
А что ты хочешь? Копченых ребрушек? Ты тоже на диете. Сейчас будем кушать. Печеночки хочешь? Дать печеночки? Дать? Сейчас дам. А малыш где? Малыш! Печенку будешь? Малыш на рассоле там. Малышок! Бежит, бежит. Печенку будете? Посолонцуете печеночкой? Выглядывай, выглядывай. Бо люди просят, он есть тетенька одна, все время просит, чтобы вас показывать. Дикусь, она! Вы ж, что ты отходишь? Малыш, глянь, как на колени. Я сейчас посмотрю, как вы не будете печенку кушать. Да? Девочки, наверное, я печеночный пощец сделаю. Это и быстро, правильно? Сейчас лук, он почищен. Ой, слава богу. Лук почищенный, морковочку. И все. И блендером перешпарю. Как раз он стоит, вот, только чашу возьму. А ну-ка, кто будет? Нявкните. Хорошая девочка, знаете, какая печенка. Кому дать? Подходит такая еда? Да, конечно. А корм кто будет кушать? Я? Проглотили? Нате еще по кусочку. Надик. Малышок, на. На, малышок. А, что ты не кушаешь? А малыш не съел. На, малыш, дикий твое подобрал. Такое вот то. Все. Черти шу. Ой. Девочки. Ой. Как схватит судорога, блядь. Ребра. Ой. То уже от диеты. Не, девочки, худею. Хотя бы на 10 килограмм, девочки, за месяц 10 килограмм. Фу. Только надо захотеть. Все, посолонцевали. Малышочек, что-то ты печеночка. Недовольный печеночкой. Вот эту лучше крышечку. О, это лучше. Вот и сюда. Малышочек, что тебе печеночка? Не дуже, что изошла. Так, девочки, у меня тут хоть есть морковка. Ну, хорошо, когда морковочка почищенная есть. Наверное, девочки, нема. Пощетик отменяется. Есть одна, но ее мало. Я люблю, когда морковочки много в пощетике. Ну, апельсинка похожа на морковку. Крутанем. Девочки, нема. Одна, но это мало, хотя бы парочку. Я люблю, когда много, она аж сладенький потом почти. Выкинула тюльпанчики, уже они обсыпались. А? Выкинула тюльпанчики, уже обсыпались. Да, уже все выкинула. Ага. Тарелочка. Мне уже надо. Здоровой. Сейчас руки грязные помою. Я заломку уже рассказала. А, заранее знал. А я думаю, откуда ты знаешь? Ты позвонила, потом ты пишешь. А что ты написала? Что булки не будет, потому что Убирать надо. А, то ты потом мне сказала, что. Ага.
Он тебе еще вчера в маршрутке сказал. Да, да, да. Сейчас руки мы. Ага. Поставила картошечку. Угу. Вот, девочки, всем добрые. Привет. Люди добрые. Да, да. Сегодня выходная. А спрашивали два человека, что тебя давно не видели, да. Не снимала, да? Каждый день почти. Да. Не почти, а каждый. Каждый день, да. Вот так вот, девочки. А мы вчера едем. Ага. Я не знаю, что мы заговорились с ним. Не знаю. Я говорю, да, Люда завтра сварит. Он тут весь борщ забрал. Я говорю, да, Люда может сварить что-то завтра. Супер, так ты ему борщ. Предложила борщ или что? Да, он сам говорит, немножко борща насыпнее. Вот. Я говорю, сколько? Он, ну, половину. Я говорю, да бери уже все. Что-то половина. Угу. Это там больше, чем пол ведерка борща. Вот. А он говорит, да я завтра не приду, когда уже едем мы. Я завтра не приду. Я говорю, чего? Вообще кошмар. Да, убирать надо, у весна. Ой, постирать ой. Надо, да, да. Ой. Постирать надо. Ой. Вот. Все, убирать и постирать. Ну все. Я говорю, ну смотри сам, угу. Как хочешь. Вот. Ой. А уже ж заранее знал, чего его не будет. Конечно. Так а где он что надыбал, нанюхал? Не знаю. Я не знаю тоже. Плохо ему. Ну и все. У меня же он в кармане в пальто не лазил, пальто было там. А может, когда он мне пальто приносил, шуранул в карман? Там он быстро туда и сюда зашел. А что, у тебя там было что-то? 100 гривен, по 100 гривен было. А ты не помнишь? Так, а, он бы не смог. Не, он не взял, он не возьмет карманы никогда. Карманы застегнуты, карманы мне были он застегнуты. Он никогда не возьмет. Ну и он быстро принес, да. Не-не-не. Ой, у меня же он не брал, когда дома у него. Когда ему жаркое пришла, когда Маринка умерла. А, ну это когда было, может, сейчас ума уже набрался. Последние деньги забрал и уже заходит в шапки и в курточке. Я говорю, куда ты собрался? Я ж картошку делаю. Он говорит, да позвонил этот Харцо-Марцо. Uh-huh. А он же че на третьем этаже, че на четвертом, че на каком он, в подъезде в одном, девочки. Харцо-Марцо это, я не знаю, какая-то пьянделышская кличка. Да. Вот. Говорит, позвонил, они приехали, кто-то с села приехал. Свежину привезли, и он сказал, иди, я тебе дам и сало, и мясо. Я говорю, так а что ты одел? И шапку, и куртку. Подняться на четвертый этаж. Жара в подъезде, девочки. Зима, но жара. О. Ой. И пошел же. А я пришла картошку же им приготовить. Мама еще не жила с ним. Вот. Сашка в школе был, а он же дома был. Ну и все. И я поставила ж картошку с мясом, жаркое, все. Когда это... Пошла в спальню, где Маринка жила, где они спали в этой комнате, в большой, третьей. Вот. Короче говоря, стала вот так вот и смотрю на дверях. Думаю, на трилляже ее еще там все были эти вещи какие. Ну, вот это все же на трилляже осталось. Кровать вот так смотрю, спала. Думаю, вот так вот и нету ее, умерла, взять, умереть. Угу. Ну и все, вот стою, вот так смотрю, вот так вот. И думаю, вот так, к трилляжу подошла, посмотрела. Там ее разные, ну, вот эти разные косметики пооставались какие-то. Когда заходит, заваливает, уже пьяный. Я говорю, а где свежина? Потом в карман, а он у меня уже пошурудил и уже сбегал за самограечкой куда-то. Представляете? Так я вот у картошка докипела, оделась и пошла. Карманы почистил мне. Последние тоже копейки там были. Кошмар. Угу. Ну, значит, знал, может, что Сашка сегодня, чи вчера какие-то деньги получит. И знал, что чи принесе что-то за бульбени, чи выцыганил на сигареты себе. Знал, что даст на сигареты или еще на что-нибудь. Не знаю. Я ничего не знаю. Ничего он мне не сказал. Мы сидели на разных местах. Угу. А он уже знал, видишь? Да ты мне только сказала, и я сразу вот так. Ага. Думаю. Да. Подстирушки, уберушки буду делать. Домохозяечка какая. Брехливая. Зато, девочки, ни на проезд нету, ни на сигареты, ни на сахар, ни на чай. Дашь 50 гривен, он не купит хлеба. Ага. Это ж как раз бутылка. Конечно. По ихним ценам. Угу. Сигарет не купит, не пойдет, бо курит. Так там даже... Пойдет чинарики будет где-то по дороге искать, нас полосит. Где-то там какая-то заправка, и там круглосуточно продают
Возле него там? Да. Да даже если бы не продавали, чтобы он не нашел, блядь. Так не надо на заправку. На заправке ж дорого. Он знает, куда надо идти. Они все знают, где это. Конечно. Находится. Ой, господи. Вот так, девочки. А потом придет. Ага. Туситься будет. Синего цвета. Ага. Синего-черного. Труситься будет, какой он голодный и несчастный. Да, плохо. А мне не надо, я буду все равно по одной ложить. А. Будет потом, какой он несчастный. Бегом все падайте, отдавайте все. Что у кого есть, вперед. Так, девочки, в общем, поговорили. У каждого свое. Я же говорю, брата можно хоть послать куда подальше, а детей куда денешь, если такие...